Давай побегаем. Макс, снега нет, и делать на улице нечего. Пойдем в приставку поиграем. Пойдем. О, ребята, а вы куда? Домой. Так вы же собирались во дворе поиграть. Да мы бы с удовольствием, но только снега нет и заняться нечем. На санках не покатаешься, в снежки не поиграешь, скукота. Да, тут я с вами согласен, скукота. Угу. А вы слыхали о таком поверье, что снеговики и снежные бабы могут вызывать снежную хорошую погоду? Да, ага, да это все сказки. Суеверия. Может так, а может и нет. А давайте проверим. Пап, даже если это и так, то как мы сделаем снеговиков, если снега нет? Логично. Но есть одна идея. Какая идея? А вы знаете историю, в которой из поленьев сделали деревянного человечка, а потом он... А потом он превратился в мальчика. И звали его Пиноккио. Знаем мы эту историю. А точнее, сказку. И какое отношение имеет эта сказка к снегу? А такое. Мы сделаем из поленьев снеговиков. Деревянных? Да, деревянных. И это поможет? Не могу обещать, но попробовать стоит. Тем более изготовление из бревен снеговиков-бревняков тоже увлекательное занятие. Как интересно. Ребята, соглашайтесь. Ну что, попробуем? Давай. Тогда за дело. Я за инструментом, а вы за поленьями. И берите разного диаметра. Хорошо. Ребята, если хотите узнать, помогут ли нам снеговики-бревняки, смотрите нас до конца. Не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик. И не забывайте ставить лайки, если вам, конечно же, понравилось наше видео. Ух ты, какие интересные штучки! Девчонки, где вы? Вы же все самое интересное пропустите. Молодцы. Ребята, с этого мы сделаем туловище. С этого мы сделаем головы. А с этого мы, наверное, сделаем ноги. Итак, нарезаем заготовки. А еще мы сделаем нос, глаза и рот. Рот мы сделаем из веточек тоненьких. А нос из веточек потолще. Тогда давайте, несите. Иди ко мне, не мешай там папке.
А как все пахнет! Так, хорошо. Давайте, я подготовлю сейчас отверстие под нос и глаза. Веточек нарежем шканты, засверлим отверстие и садимся. Пап, а что такое шканты? Сейчас все увидите. Смотри, кубик, уже что-то получается. Кубик, кубик, попроси папку и нам снеговичка сделать. Папка, папка, и нам снеговичка сделай. Ну хорошо, хорошо, и вам сделаю. Спасибо, папка, спасибо. Теперь все соединяем. А руки? А руки мы сделаем из веток, которые напоминают кисти рук. Сейчас причем. Хорошо, только несите примерно одинаковые толщиной с палец. Хорошо. О, хорошо, ложите. Ну все, ребята, один снеговик готов. Опа-на! Ничего себе получился. И вызывает снег, мы пойдем по сетке сыграем в приставку.
случилось! Сколько снега! Вот весело будет! Знаешь прогноз погоды, то и поверь, я помогаю. Так ты знал! Кажется, брюники работают! Ура!